будет. Moon Medium буду сравнивать с Moon Hard. Я бы сказал, во всех отношениях накладка ведет себя лучше. На топсах больше вращения. Плоскач появился, в отличие от Hard. Ну, далеко не настолько хороший, как у накладок Spinlord, или у Big Dipper, или у AK-47 Red. Ну, в общем-то, плоскач уже можно медиумом пробивать. Если сравнить в целом с накладками Spinlord, с Big Dipper, с AK-47 Red, то Moon Medium я бы оценку поставил таки пониже. Ну, она, правда, и не совсем новая, и новая в смысле года разработки, и стоит подешевле. Ну, в общем, Ирбисы, Мардер 4, АК-47 Red, Big Dipper, это все получше играет.